Я не знаю, это легально вообще в боксе? Нет, я такой первый раз, конечно, видел. Я вообще не понимаю, почему судья остановил бой. Было явное преимущество Макгрегора. Но я считаю, это халтура. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и сегодня мы разбираем бой Макгрегор-Мейвезер. Сначала боец ММА Александр Шлеменко объяснит, почему Конору можно засчитать поражение сдачей, а затем олимпийский чемпион 2012 года боксер Егор Михонцев расскажет, почему такие бои надо проводить только зимой и в понедельник. Твой ученик Андрей Корешков получил незапланированный бонус, ну, деньги 20% с гонорара своего соперника. Вы эти деньги не ставили на победу Конора? Нет. Знаешь, я был уверен, что Мейвезер выиграет. Единственное, конечно, все-таки я надеялся, что все-таки Конор боец, а не шоумен. Но, к сожалению, увидев этот бой, я в нем окончательно разочаровался и понял, что этот человек работает только ради денег, и ему все равно. А если бы он был бойцом, что бы он сделал? Чтобы... Он бы работал до конца. Как минимум, он был бы весь в крови. Как максимум, он бы... был нокаутирован. А здесь была, знаешь, какая-то имитация нокаута, чтобы судья вмешался, по сути, и остановил бой. Ну, как мне вот показалось. Я не увидел здесь терпения, не увидел, знаешь, того же, что я вижу во многих наших боксерах. Я вот могу вспомнить бой Александра Поветкина с Кличко, где Александру было тяжело, он не мог справиться, но он до последнего шел, он до последнего пытался. Ну и до многих боксеров, да, там того же Руслана Проводникова. Ну знаешь, я могу вспомнить его бои с тем же Нейтом Диасом, где он первый раунд нормально работает, а потом там висел на нем, еле-еле работал. И мы вспомним тот бой, когда женский бой, там, напомни мне, кто там дрался, когда первый бой был? Миша Тейт? Холли Холм заснула. Да, Холли Холм заснула, не сдалась, а Макгрегор сдался, понимаешь? Тоже это о многом говорит. Так же здесь было, понимаешь, он просто сдался, он просто не стал работать, не стал драться. Но я считаю, это халтура. Да, я не спорю, он хорошо отработал до боя, хорошо раскрутил этот бой, хорошо, но в бою это халтура, это мое мнение. Понимаешь, если здесь вот провести такую быструю оценку, тактически, все было сделано грамотно, как мне кажется. Я заметил, кое-какие моменты очень грамотно получались, когда он заходил за спину и со спины бил. И я не знаю, это легально вообще в боксе? Нет, я такой первый раз, конечно, видел, но это грамотно, понимаешь? Тут можно было развить очень хорошо, и как раз тебя не видит соперник, и он не может закрываться. Там можно было очень грамотно, если бы он не пытался ударить в затылок, а просто пытался бить корпус голова только со спины. Нету функционалки. Ее нету. Тут многие тоже заблуждаются. Если у тебя нет духовых качеств, то сколько ты не занимайся выносливостью, какие тренажеры ты не используй, сколько ты не бегай в бассейне, да, там, как мы видели, сколько ты не греби на лодке, это тебе не поможет. Сейчас совершенно точно пойдет волна бойцов ММА, которые скажут, ну, у меня бы получилось лучше в боксе и так далее. Будут пытаться переходить, уже много вызовов, кто-то там постоянно спаррингует с боксерами, вызывает боксеров. У тебя есть такое желание? У меня было желание попробовать давно, потому что все-таки я ударник. Потому что я выступал по тайскому боксу, я выступал по кикбоксингу, довольно успешно выступал. Если честно, я, знаешь, вот я сейчас скажу, да, я хочу попробовать. Ты меня сразу припишешь к тем, вот к той волне, которая пошла сразу же. Хотя это у меня... Ты не дашь соврать, я еще раньше тебе говорил, что мне кажется, что можно было бы поработать. Но опять же говорю, прям такой цели вот прям я перед собой не ставлю. Заявление команды Конора о том, что он в конце года хотел бы подраться с Хабибом. Если Хабиб и Конор выходят в клетку, чем это заканчивается? Ну, тем, что мы видели примерно сейчас, вот в бою с Флойдом Мейвезером. Скорее всего, еще первый раунд-два Конор что-то попытается сделать, как-то посопротивляться. А потом будет просто замучен бесконечными переводами в партер. Даже не то, что переводами. Я не уверен, что у него вообще удастся подняться из-под Хабиба. Ну, как показывает практика, понимаешь, у Конора есть большой минус. Огромнейший минус.
Это его функционалка, у него ее нет. А у Хабиба есть огромнейший плюс. Это тоже его функционалка, которая у него есть. Понимаешь? И поэтому он может бороться, бороться, бороться и не уставать, в отличие там, от других борцов. Да, есть борцы, может быть, лучше, чем Хабиб, да, но они устают. Я не то, что лучше скажу, а титулованнее. А Хабиб, он борется и не устает. И в этом и есть его большой плюс. То, что он работает с одной скоростью, начиная с первых минут боя и заканчивая последней. Тут еще нужно теперь попробовать сделать вес. Сможет ли он вообще согнать именно на фунт больше? Потому что ты сам видел, что многие бойцы из 70 килограмм, которые были тяжелые, такие как Досаня, Ковбой, они поднялись и перешли в 77. В чемпионском бою недопустим вот этот фунт. А фунт — это 450 грамм. А последний, понимаешь, когда ты гоняешь вес, и у тебя остаются вот последние вот эти 100 грамм, там 200 грамм, это самые тяжелые. И вот тут-то начинаются проблемы. Хабиб-то, получается, впервые в жизни гонял в чемпионский бой. То есть на один фунт больше ему пришлось гонять впервые в жизни. И вот именно тут-то и произошла та самая проблема. Скажи, почему все боксеры так нервно воспринимали вот появление Конора Макгрегора в боксе? Вот читаешь там комментарии российских боксеров, там, украинских или вообще любых боксеров, и все говорят, да, это вообще позор для бокса, это не настоящий бой. Почему все так отнеслись к этому? Они отнеслись к этому так, но в 7 утра они все включают свои телевизоры и встают пораньше, и сидят, смотрят, что же будет интересно. Конор Макгрегор молодец по итогу? Конор Макгрегор молодец. Бой он полностью выигрывал, вел бой. Я вообще не понимаю, почему судья остановил бой. Было явное преимущество Макгрегора. И в деньгах его ограбили. Дали в 3 раза меньше, чем того. И победу у него украли. Полностью вел бой. Но, как сказал бы наш бывший старший тренер, с которым мы ездили на Олимпийские игры, это был не бокс, а порнография. Слушай, он просто не умеет этого делать. Ну, вчера ты прислал мне видео, как ты идешь с детьми по улицам Екатеринбурга и пародируешь разминку Конора Макгрегора. Ну, ты верил в парня, да? Я верил, что это будет порнография, над которой нужно смеяться. Почему я должен себе в этом отказывать? Нет, ну вообще интересно было. Думаешь, может, он где-то махнет, ну, где-то ему попадет, ковырнет. Может, что-нибудь будет чуть... Но люди же всегда ждут чуда. Хотя он, как боксер, в принципе, он неплохо был подготовлен, как боксер. Все равно это более, ну, там, ну, другой уровень. Ты считаешь, что это была победа бокса над ММА? Ну, вот как одной индустрии над другой. Ну, смотри, боксер победил борца, грубо говоря, да? Но по боксу. Ну, давай их поставим в ринг по борьбе тогда. Ничего будет. Будет котлета. И, понимаешь, Мейвезеру нельзя выходить против середнячка, против какого-нибудь там неизвестного боксера. Мейвезер должен выходить в бой против суперзвезды. Где он найдет еще суперзвезду, которая ничего не смыслит в боксе? Вот он, пожалуйста. Он нашел суперзвезду, у которой очень большая фанатская база, которая очень много болельщиков, которые знают во всем мире, но которые ничего не понимают и не представляют о боксе. Ну, думаешь, второй раз не удастся продать вот эту историю людям? Да нет, все. Тема закрыта уже. Уже больше никто не станет в 8 утра. Если будет реванш, я еще потрачу половину своего воскресенья. Притом посмотри по градуснику, какая погода в Екатеринбурге. Замечательная погода, я мог бы сейчас быть бы на речке, на рыбалке. То есть, если будет реванш, то его надо на зимнее какое-то время назначать, да? Да, и на понедельник желательно, вторник. Понедельник, вторник, потому что выходные нужно посвящать больше себе. Короче, ладно, мне надо завтракать. Мне вот с этими, у меня завтрак сбили с этими боями и с вашими. Все, давай. На этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски ММА-тематики.